Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить знаменитый шотландский суп кокалики. Готовится он в Шотландии уже несколько веков. Шотландцы его любят не только за вкус, но еще за то, что для приготовления не нужно прикладывать очень много усилий. Готовится он из курицы. Обычно берут побольше да пожирнее. А я сделаю уменьшенную его копию. Для этого возьму немного грудки и отправлю в кастрюлю. Вторым значимым элементом этого блюда является лук-порей. Порежем его колечками и засыпем им курицу сверху, не перемешивая. Добавим несколько листиков лаврушки, черный перец. Зальем все это водой или бульоном, так чтобы она полностью покрывала курицу. И будем варить на медленном огне, чем дольше, тем лучше. Курица должна рассыпаться. Курица уварилась, мы ее из супа вынимаем, а на ее место засыпаем стакан риса и горсть чернослива, порезанная брусочками. Поварим все вместе еще полчаса. Суп получается очень легкий, но при этом очень насыщенный и питательный. Порей придает супу очень интересный вкус, а чернослив дополняет сладостью и небольшой кислинкой.